сорт томата Чероки зеленый. Вот такие вот красивые необычного цвета плоды. Плоды желто-зеленого цвета. И разводы, полоски такие розоватого цвета. Зеленые тоже. Вообще отличный по цвету и по вкусу томат. Это среднеспелый сорт. Плодоносить начинает через 110-120 дней после всходов. Но окончательно плоды созревают еще через 10 дней. В ширину рассада не разрастается. Обычно растение имеет до 5 плодоносящих кистей. И на каждой из них по 5-6 плодов. Плоды плоскоокруглые и крупные. Масса плода достигает от 300 до 500 грамм. Самые крупные плоды обычно бывают на первой кисти, остальные уже потом немного поменьше. Урожайность у этого сорта вообще замечательная. Очень высокие урожаи дает этот сорт. В разрезе томат ярко-зеленого цвета, многокамерный, очень мясистый. Семян не так уж и много. Очень сладкий по вкусу, и самое главное, что хотя и тонкая кожица у томатов, но при созревании томат не растрескивается. При правильном уходе можно собрать до 7 килограммов крупных плодов с одного куста. Выращивать можно как в теплицах, так и в открытом грунте. Подписывайтесь на наш канал, ставьте палец вверх и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые наши видео.